Мы что, без ума сидели, безумцы, старцы эти, в Кремле? Географии не знали, не понимали, что вы можете ратифицировать 100 раз договор о дружбе. За 5 минут порвут все договора и начнут любую войну против России. Только хозяин новый им скажет, давай, ребята, мы вас защитим. Как Сирия, вот уже сегодня орут, крылатые ракеты дадим. И оказывается, сирийское руководство применяет газы. Уже сказали на Западе, да, что газы применяет оппозиция, бандиты собрались со всего мира. Нет, виноват Асад. Это вот чудовищно все на наших глазах, поэтому давайте умнеть быстрее и поменьше думать... ...о дружбе, а больше о своих интересах. Я с возмущением...